я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас такое необычное место. А все почему? А потому что я вам хочу рассказать, да, как вас могут обмануть. Как многих уже обманули. Итак, ребят, это видео адресовано не для Дальнего Востока, а туда, для центральной части России. Все почему? А все потому, что у нас в Приморском крае автомобильный сайт — это drom.ru. У вас это сайт Авито, сайты Автору. Так вот, сегодня нам с вами понадобится компьютер. Зайдем с вами на сайт Авито. У меня уже немного подготовлено. Сегодня хочу рассказать на примере Везеля. Что-то мне Везели стали заходить, поэтому вот буду рассказывать на Везелях. Итак, я выставил параметры Везель до 1,5 миллиона рублей, автомобиль 2018 года. Неважно, под заказ. Ну, короче говоря, я поставил на Авито. Итак, друзья мои, что мы видим с вами? Honda Везель, 1,5 литра, 2018 год, пробег 21 тысяча. И стоимость автомобиля 1 200 000 рублей. Вы знаете, вот если сейчас ко мне подойдут и предложат купить автомобиль Везель 2018 год за 1 200 000 рублей, я куплю 3, 4, я куплю 5 автомобилей. Да вот только боюсь, этого никто не сделает. Неважно, по какому региону вы смотрите объявление, то есть попасть вы можете везде. Это у нас Омск, это у нас тоже Омск, это у нас Красноярский край. Ну вот давайте посмотрим, что же это за Везель за 1 200 000 рублей. Вы знаете, ну ладно, сейчас мы к этому вернемся. Такие тут у нас замечательные. Давайте сначала посмотрим описание. Что у нас пишут? Так, 1,5 литра, пробег 21, туда-сюда. 1,5 литра, турбо, расход, модель 19 года, надежный вариатор, не робот, аукционный лист, наличие, 19 год, 3 месяц, в объявлении указано 18 год, оценка 4 балла, номер, ух ты, есть даже номер кузова, ну, посмотрим, найдется или не найдется. Ну, короче говоря, смотрите, машина 4 балла. Соответственно, автомобиль должен быть весь целенький. Да, сейчас бальные машины допускаются под краса, но в принципе глобала там никакого не будет. Ищем с вами аукционный лист. Ну, естественно, мы с вами аукционный лист здесь не найдем. Ну, нет листа. Честные продавцы у нас здесь, во Владивостоке, которые выкладывают объявления на сайт drom.ru. Знаете, вот, ну, продавец будет вот так вот ходить и трясти аукционным листом. Я утрирую, да? То есть, честный продавец, он всегда выложит аукционный лист на сайт. Он всегда его покажет. Он достанет его с автомобиля. Здесь. Я больше чем уверен. Я вам даже больше скажу. Я звонил по нескольким объявлениям. Ну, я-то это знаю. Звоню. На что мне отвечают? Автомобиля в наличии нет. Вы знаете, это даже неудивительно. А давайте мы вам привезем такой же, за такую же стоимость, только под заказ с Японии. А давайте привезем. Что происходит? Вы заключаете договор. Это либо частное лицо, либо компания. Если вы договор будете заключать, это очень хорошо. Только читайте внимательно договор. Возвратная предоплата или невозвратная? Вы начинаете торговать автомобиль, ну и вам сообщают. Дорогой друг, за 1 200 000 рублей, ну, не привезешь ту машину. Вот, вчера еще можно было привезти, а сегодня ценник подорожал. Ну, как минимум, за 1,6 ты привезешь. Что вы будете делать? Да, вы будете расторгать договор, но 100% вы потеряете свои деньги. Может быть, не все деньги, но какую-то часть вы однозначно потеряете. Либо вы потихонечку начинаете увеличивать бюджет. Да, на 100, на 200, там, на 300 тысяч рублей. Доползете вы с вами там с ними до 1 400 000, 450, 500, ну, какого-нибудь корча себе возьмете. Почему говорю корча? Потому что, ну, опять же, конкретно на нашем примере мы возим только хороший автомобиль. И сегодня я вам покажу, сколько стоит Везель 2018 года с хорошей аукционной оценкой и с минимальным пробегом. Вот. Дальше, друзья, звонил я сегодня еще по одному объявлению. Ну,
Нет смысла заходить дальше. Короче говоря, машин этих нет. Это просто тупо разводы, фотографии взятые с интернета. Поэтому, ребят, ну не ведитесь. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Звонил я сегодня, значит, еще по одному объявлению. Там был Везель за 1 700 000, 18 год, пробег 50 тысяч, по-моему. Вот. Но он был гибрид. Я говорю, я хочу такого же Везеля. Он говорит, нет, у меня в наличии машины этой нету. Привезите на заказ. Везите машину на заказ. Ну, мы с ним поговорили, да, заключается договор, предложил мне встретиться. Вот, обещал мне что-то отправить в WhatsApp. В WhatsApp так мне ничего не отправлено. Предложил мне встретиться, заключить договор и привезти автомобиль с аукционов Японии. Ну, как бы, на что я ему задаю вопрос. Друг, а машина-то санкционная. Как ты собрался везти автомобиль? На что мне последовал ответ. То, что у него есть выход, у него есть каналы, как можно привезти автомобиль с аукциона Японии. Ребят, видео записываю 1 октября. Вот я не знаю, когда оно выйдет. Может быть сегодня, может быть завтра, может быть послезавтра. На сегодняшний день ни один санкционный автомобиль в Россию не заехал. Я не владею такой информацией. И мой круг, да, с кем я общаюсь, тоже никто не владеет такой информацией. У нас есть санкционные автомобили, которые находятся в Японии. Вот, которые... Ну, должны уже вот-вот прийти. Это те автомобили, которые были куплены еще в июле месяце до момента ввода санкций. Наши клиенты были предупреждены, что, возможно, мы их не успеем вывезти. Была подключена услуга гарантия. Ну, ладно, это отдельная история. Вот, надеемся, что вот эти несколько автомобилей мы вывезем. Надеемся, что это будет в ближайшее время. Вроде там, как они где-то идут, да, но информации никакой нет. Никакое судно, никакой там будет импорт, через какую страну и так далее и тому подобное. Это я веду к тому, что сейчас мы в работу санкционные автомобили не берем. Вот. Я знаю, что многие компании в работу берут, но опять же, на 100% они вам гарантировать не могут, что автомобиль будет вывезен. Они вам дают гарантию, что в течение там какого-то времени, я не помню, 120 что ли дней, если машина не приедет в Владивосток, то они вам вернут деньги. Но деньги вам вернутся в Японию на баланс. И не на ваш баланс, а на баланс компании. Либо на баланс того человека, с кем вы работаем. То есть деньги вы оттуда, с Японии, ну не вытащите никак. И вам придется просто покупать другой автомобиль. Не санкционный. Тем самым вы просто потеряете время. В общем, я учить тут каждого не буду. Делюсь с вами информацией, как делать правильно. Санкционные автомобили в данный момент... мы в работу не берем. Несанкционные автомобили в работу берем. Срок доставки примерно месяц. То есть в последнее время автомобили реально приходят за месяц. Авито, Автору. Давайте еще вот такой эксперимент проведем. Везель 1,5 литра. 1,5 литра. Зайдем-ка мы с вами на сайт drom.ru. Drom.ru. Владивосток. И посмотрим, сколько стоит Везель во Владивостоке, в Приморском крае. Ставим Приморский край, ну, Дром. Он уже такой родной. Honda Везель. Ставим с вами 18-й год. Господи, где он? Смотрите, в Дроме нужно правильно выставлять галочки. Автомобиль не продан. Автомобиль без пробега, если мы ищем машину с пробегом. Ремонта не требует. Документы в порядке. Показать. Итак, что мы с вами видим? 18 год, 1 миллион, стоп, почему это Хабаровск? Почему Хабаровск? Я хочу Владивосток. 18 год, РС гибрид, 2 250 000. Ну вот это вот уже ближе к теме. 18 год, РС 2 200 000, пробег 100 тысяч. Ну тоже ближе к теме. Да, вот эти вот автомобили, это, пожалуйста, автомобили продаются здесь, продаются в Владивостоке. Они в наличии, только учет аукционного листа я здесь не вижу.
почему-то. Вот смотрите, так, гибрид. Давайте найдем мы с вами не гибрид 18 год. Не гибрид 18 год. В 2018 год, 1,5 литра, 131 лошадиная сила, пробег 23 тысячи, не гибрид. Вот это вот нормальная цена за автомобиль, который привезен и растаможен во Владивостоке. Но не та сумма, не 1,5 миллиона рублей, за которую вам предлагают привезти автомобиль. Здесь мы с вами видим белый, 4,5 балла, пробег 23 тысячи, кузовщина на автомобиле вся идет целая. Здесь я больше чем уверен, что вот этот аукционный лист, он пробивается по статистике. Да, здесь выложили номер кузова, пожалуйста, заходи, проверяй, не хочу. Смотрите, ребят, тачки на сайте drom.ru. Забудьте вы про вот эти вот авито, про автору, ничего против не имея, но только за сегодняшний день 3 автомобиля с Авито. Мазду скидывают 19 год за 800 тысяч рублей. Я говорю, ну не привезешь ты Мазду. Ну в смысле нет таких Мазд. А под заказ? Да и под заказ не будет за 800 тысяч рублей. Давайте с вами подытожим. То есть если вы заходите на... Да, ну опять же, берем дром. На дроме тоже есть заниженные ценники. Но не в таком количестве, как на Авито. Заходите на эти сайты. Видите автомобиль по заниженной стоимости, набираете, спрашиваете, если автомобиля нет в наличии, ну, значит его нет в наличии. Значит его нет в наличии, и вам предложат привезти автомобиль на заказ. Только вам привезут его. Короче, себестоимость Везеля 18 года, нормального, где-то 1 миллион 650 тысяч рублей. И сейчас я вам покажу, сколько стоит реальный, настоящий Везель привезти с аукциона Японии с хорошей оценочкой. Поэтому не переключаемся, перемещаемся к нам на стоянку, смотрим Везеля.